Белые обложили все дороги. Нас ищут. Думаю, стоит их пустить по ложному следу. Что предлагаешь? Знаю я одну факторию, верст 200 отсюда. Хозяин — продажная шкура. Думаю, послать кого-нибудь из ребят. Вот с этим. Хорошая мысль, командир. Пусть пошумят там, но без перебора. Расплатятся мехом. На 86-м году ушел из жизни советский российский актер, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Степан Емельянов. Степан Иннокентьевич Емельянов родился 29 ноября 1935 года в Якутской АССР. После окончания школы Степан Емельянов служил в частях Тихоокеанского военно-морского флота. После демобилизации был разнорабочим. В начале 60-х годов учился в якутской студии Московского театрального училища имени Щепкина при Малом театре Союза СССР, после окончания которой работал артистом Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. С 1974 года Степан Емельянов – артист Якутского государственного музыкального театра. В 1976-м стал его директором. Кроме этого, Степан Емельянов снимался в кино. Известность он получил в 1982 году после роли командира спецотряда Аксенова в историческом фильме «Срочно, секретно, Губчика». Ты же сказал, их трое. Да, да, трое. И один разводящий. Лаврова ранили. Отходим. Сюда его тащите, сюда! Все по коням! Ладите на тележку! Скорее! Светлая память актеру и соболезнования родным и близким.